Многие уроженцы Ставрополя далеко известны за пределами нашего края. Они оставили большой след в истории России, политики и искусстве. Давайте узнаем у наших ставропольцев, знают ли они своих земляков. Здравствуйте, можно вас на секундочку? Подскажите, пожалуйста, вы знаете этого человека? Да. Кто это? Горбачев. А кто он? Первый президент СССР. Да. Здравствуйте, можно узнать у вас, а вы знаете, кто вот это вот? Даже знал бы, если бы голову отбить. Такую харю нажрать, не такие, как у меня, зубы иметь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете этого человека? Угу. Знаете? Да. А кто это? Разин. Господи. Ну, в ласковом мае, который.